Очередную деловую встречу устроила инвестиционная компания развития для своих партнеров. Эта бизнес-площадка собрала огромное количество успешных риэлторов курорта и не только. На ней они делились между собой своим профессиональным опытом. Разработка маркетинга для риэлторов, разбор полного цикла сделки от презентации до ее завершения, тенденции развития рынка недвижимости. Об этом анапским риэлторам еще раз напомнила бизнес-тренер Анна Печоркина на семинаре, который организовала компания развития. Да, у нас полный зал, и в этот раз мы пригласили только людей, которые непосредственно очень тесно сотрудничают с компанией развития и продают квартиры в нашем комплексе. То есть это специалисты, которые хорошо знакомы с продуктом нашей компании и которых мы бы хотели именно обучить в ключе, чтобы мы работали в тандеме, чтобы мы одинаково мыслили. Анна Печоркина – это бизнес-тренер, которая понимает стройку. За 13 лет пройдены десятки километров строительных площадок, прослушаны сотни записей телефонных переговоров, найдены ответы на тысячи вопросов и разработан уникальный метод создания службы активных продаж новостроек. Как тренер-практик, Анна владеет сотнями отработанных приемов и инструментов, позволяющих повысить эффективность контактов с клиентами. Это конкретные скрипты, речевые модули, слова, которые отточены в совместной работе с десятками компаний и сотнями продавцов недвижимости. Именно эти знания она передала ведущим риэлторам курорта, партнерам компании развития. Это очень важная часть отношения к риэлторам, именно как равным бизнес-партнерам. И мне кажется, это очень важно помогать партнерам делать свою работу грамотно, более эффективно, более продуктивно. Мы вообще очень гордимся застройщиками, которые понимают, что риэлторы – это не конкуренты, а это те люди, которые реально помогают клиентам совершать покупки более уверенно, более спокойно, более осознанно и в конечном итоге более выгодно. Присутствующие узнали о построении систем продаж, подбора физиогномики и не только. И это все в одном месте, как собранная воедино мозаика, которую организовало развитие. Семинар очень интересный, очень полезный. Даже та информация, которую, возможно, ранее я уже знала, ее всегда необходимо повторить. Она как бы такой настраивает на рабочий дух. Мне очень интересно. Я очень рада, что сегодня у нас есть возможность здесь побывать. Компания развития проводит часто такие семинары. Она действительно для своих партнеров приглашает именно самых лучших бизнес-тренеров, повышает квалификацию сотрудников. Ну и, соответственно, помогает нам продавать комплексы и новостройки Анапы. В конце вечера свои призы получили победители первого промежуточного розыгрыша. Да, у нас еще одна годовая эстафета идет, как в прошлом году. У нас конкурс среди агентов, кто продает больше всех квартир в нашем комплексе. Так и в этом году у нас также главный приз – квартира, второй приз – автомобиль, третий – денежный приз и несколько сотовых телефонов. Еще у нас есть приз – это поездка в «Роза Хутор». Тоже у нас есть данная номинация для человека, который туда поедет. Вот сегодня мы подводим промежуточные итоги. То есть сегодня мы также вручаем один из призов, так кто продал больше всех двухкомнатных квартир. Человек поедет в одну из трех стран на выбор. Мы дарим сертификат на агентство тур номер один. То есть человек придет с нашим сертификатом, выберет, куда он поедет, какое направление. Также мы дарим тур выходного дня в Ягоду Малину. Это еще одна у нас номинация. И третья у нас номинация – это отдых в президентском номере в Гранд-отеле «Валентина». В том, что жилой комплекс «Южный квартал» продолжит набирать популярность среди покупателей, нет никаких сомнений. Микрорайон пришелся по вкусу многим молодым семьям и не только. Жилой комплекс «Южный квартал» – территория счастливой жизни. В данном жилом комплексе легко продаются квартиры. Почему? Потому что дом монолитно-каркасный. Потому что там сделан качественный ремонт. Люди, все равно, которые заезжают в дом, где нет ремонта, они видят соседей, которые делают ремонт, они слышат, как это все происходит. Проще простого, так скажу, легко продавать. Благодаря шоурумам, благодаря профессиональности именно менеджеров. То есть все чисто, аккуратно. Всегда приятно зайти даже на стройку, то есть большая территория, очень развитая инфраструктура. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.